Всем привет, с вами я, Наталья Куткова, и мы продолжаем с вами прогноз, да? Прогноз на 15 июня 2024 года. Давайте посмотрим, что нас ждет в этот день. Так, смотрите карту. Это день активный, щедрый на эмоции. Такой щедрый, что некоторые из них могут оказаться излишними как в плюсе, так и в минусе, да, своего проявления. Будьте аккуратны в своих проявлениях. Сегодня может вас тормить как в позитивную сторону, так и в негативную сторону. Да? Старайтесь вовремя останавливать себя, чтобы не натворить и не наобещать лишнего, то есть избытка, то, что вы не выполните, да, доводите дело до конца, будет соблазн бросить на полпути, но вы с этой карты должны довести дело до конца. С вами была я, Наталья Куткова, пока-пока.